Стервятники отрезают выходы из города. Другого шанса у нас не будет. Поспешим, погода портится. Не хватало нам еще в шторм угодить. Нас уже ждут! Оружие к бою! Ну что, все на корабль? Поднять паруса! Отчаливаем! Соскучились, что ли? С лодкой нам не повезло. Попробуем другой способ. Только не пешком. Отсюда на сотни километров одни безлюдные дебри. Я не об этом. В городе есть железнодорожное депо. Мы можем попробовать угнать поезд.
По железной дороге возили припасы в тюрягу. Последняя поставка была как раз перед бунтом. Значит, нужно проверить депо. Ну так и пошли. Я не могу уже тут торчать. Все уже бесит нахрен. Идем, тут рядом. Депо должно быть тихо, я там укрывался от бандитов. Не расслабляй булки, нас теперь стерегут повсюду. Собрались мужики. Ну, началось. А вот и поезд. Глупый вопрос. А как мы его заведем? Посмотрим. Главное, чтобы топливо было. Я посмотрю. Немного шарю в этом. Готовил один саботаж перед тем, как сесть. Очень кстати. Тогда мы сходим проверить пути. Попросился.
будут. Баки пусты, нужно врубить подачу топлива или же ведрами натаскать. Справитесь? Понял, разберемся. Заряжаю.
погром. Будто нарочно завал устроили. Да, на ту сторону мы точно не поедем. Значит, поедем в другую. Где тут включать подачу, разведчик? Работает. Ура, товарищи. Что за кинг-конг из этого контейнера вниз? Все, топливо идет, пацаны. Красота. И ведра не понадобились. Да, вот только все пути завалены. Надо проверить с другой стороны. Может, там проедем? Валяйте, а я прослежу, пока заправка закончится. Стрелки не туда повернуты, надо исправить. Меняю магазин. Меняю магазин. Прикрывайте.
заряжаю. Второй рычаг. Осталось повернуть последний. И как туда пролезть? Вот и все. Теперь мы настоящие стрелочники.